проводник перемен. Ты ранена? Ну и бы видел того парня. Я никогда раньше не убивала. То, что там сделал. Выходит, Грей не врал, когда говорил о тебе. 47-й. Он ведь не страдал? Он ушел на своих условиях. Побита, но не сломлена? Я рад. Теперь мы можем начать с чистого листа. Ближе к делу. Вы и ваши друзья сделали невыполнимое. Вы обрушили небеса, устранили неприкасаемых, и все же мы здесь. Статус-кво. Проще говоря, вы не можете сражаться с силой, мисс Бернут. Сила не умирает, лишь меняет владельца. Лучшее, что вы можете, это принять это. У меня никогда не было дела до силы. Сила — это инструмент, мисс Бёрнл. Это вещь, которая дает другие вещи. И как следующая константа, вы могли бы стать проводником перемен. Преобразовать систему изнутри или быть преобразованной ей. Без риска нет награды. Мне нужно подумать об этом. Нет, не нужно. Настоящий вопрос в том, что вы готовы принести в жертву. Путь наименьшего сопротивления. Копай глубже. Говорю тебе, файлы просто мусор. Константа не просто сжег мосты, он взорвал их. Артура Эдвардса, кем бы он ни был, больше не существует. Вся его личная информация каким-то образом сама удаляется отовсюду. Это что-то за гранью. Партнеры не поскупились на то, чтобы их управленца невозможно было отследить. Насколько невозможно? Послушай, я сделала, что ты просил, но Грей мертв, а я не Диана. Я не так, кто тебе нужен. Да вы, наверное, шутите. Международное контрактное агентство? Я зашифровала абсолютно все. Кто они вообще такие? Лучшие. Рано или поздно им все равно повезет. Надо их устранить. Тебе и какой армии? Я знаю, где агентство хранит свои файлы, рапорты, данные клиентов. Если мы сольем это публике, ты хочешь разоблачить международное контрактное агентство? Это путь наименьшего сопротивления. Выходит, ты так, кто мне нужен, Оливия. Я сделаю, но после я ухожу. Итак, куда мы вламываемся? Хранилище данных в Чунцине, Китай. Во главе стоит некий Хаш. Ну, конечно. Международное контрактное агентство разместило в Чунцине свое хранилище данных вместе с подразделением аналитиков. Стоит ли говорить, что охрана там невероятная? Сверхсовременная серверная биометрически соединена двумя управляющими. Imogen Royce, первопроходец поведенческой аналитики, и Хаш, гуру по защите информации с нездоровой тяги к кибернетике. Расскажи мне о Хаше. Бывший кибертеррорист на службе Министерства госбезопасности в Хаданьянге, бежавший из страны после очередной чистки диктатора По. Он сделал карьеру на обеспечении безопасности в Даркнете. Работорговцев, торговцев органами и всякой падали типа него, без морали и совести. Конечно же, МК приютила их. Ничего личного. Можешь отключить охрану? Протокол двойной аутентификации требует личной авторизации Хаши и Ройс при любой обработке данных. Пресловутый человеческий фактор делает систему неуязвимой. К счастью, я обнаружила лазеечку. Если оба смотрителя умрут в течение короткого периода времени, система откатится к временному протоколу безопасности, который я смогу обойти.
Устрани их обоих и получишь свободный доступ к ядру данных. А я позабочусь об остальном. И ты уверена, что это сработает? Слушай, я знаю Хаша. Если я не права, долго сожалеть нам не придется. Хорошо. Готовься, не буду мешать. Чон Цин, Китай. Этот город — настоящая важная мечта большого брата. В нем более чем 2,5 миллиона камер, следящих за 15 миллионами человек. Приватность здесь — это слово из трех букв. Весьма иронично, что сверхсекретная организация хранит свои сокровенные секреты здесь. В заброшенном здании ты найдешь Хаша, занимающегося своими нелегальными экспериментами. А Имоджен Рой занята своей повседневной работой в хранилище данных МКИ. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, 47-й. You got the bastard, Hush. Ты убрал ублюдка Хаша. Теперь иди за Имоджен Ройс, и мы сможем добраться до ядра.
Thanks. Please stand back. I'll check it out. Understood. What the? What idiot would drop this? Обе цели мертвы, хорошо. Дай мне секунду, и я в системе. Теперь ты можешь получить доступ к ядру 47-й. Good. You're alone. Хорошо, ты один. Я запечатываю комнату и затемняю окна 47. Не нужно беспокоиться о злодеях. Все здесь. Клиенты, оперативники, все атаки, что МК когда-либо одобрили. Хватит, чтобы похоронить их на века. Но сначала тебе надо отыскать файлы, ссылающиеся на тебя и Диану. Расскажи, каково это забирать чужие жизни? Random. Спонтанно. Disorder. Беспорядочно. Well, ну, вот мы и на месте. Начальный курс стартует в 6. Тебе лучше подготовиться. Возможно, я вижу возможности там, где другие видят недостатки. Я выбираю его. А у вас долгая история? Я даже и представить не могла, что ты... Даже не знаю. Теперь я вижу, почему ты хочешь защитить ее. Так что, сотри все данные системы, прежде чем мы все опубликуем. Что ж, хорошо. Я сброшу ссылку на информационный некоммерческий сайт. Как только ты нажмешь на эту кнопку, то весь мир обо всем узнает. Назад пути не будет, 47-й. Это уничтожит международный контрактный агент навсегда. Ты действительно этого хочешь? Это то, кем ты был все это время? Maybe you
Может, пришло время перемен. Я верну все назад. Не стоит заранее предупреждать их о нашем визите. Обнаружено проникновение, запуск блокировки. Дерьмо, я облажалась. Нас раскрыли, 47-й. Я заблокирую двери на время. Беги через вентиляцию. Давай, быстро. Это плохо. Это означает, что они будут стрелять сразу же. Я собираюсь создать немного хаоса, 47-й. Сделаю расплавление ядра. Может, это отвлечет их внимание? All personnel, breach protocol initiated. I got nothing on the stairs. Out. Warning, core overheating. Detected. Command, we got nothing. Stand by. All personnel, breach protocol initiated. Corridor, there's nothing here.